После снятия ковидных ограничений многофункциональный центр «Мои документы» в Щелкове возвращается к нормальному режиму работы. Ежедневно его услугами пользуются порядка 800 человек. Меры поддержки на все случаи жизни. От регистрации рождения ребенка, получения гражданского паспорта до оформления социальных услуг и сделок с недвижимостью. Одно из последних нововведений в работе МФЦ – участие в пилотном проекте по внедрению нового регионального стандарта в сфере ЖКХ. По поручению губернатора Андрея Воробьева в офисе самой крупной в городском округе управляющей компании «Жилищник» по адресу улица Пустовская, дом 20, начало работу представительство МФЦ. В просторном офисном помещении, оформленном по единому стандарту, все организовано так, чтобы поддерживать обратную связь с жителями. Здесь предоставляет оперативные ответы на вопросы жильцов, оказывает помощь в вопросах управления многоквартирным домом. Сотрудники МФЦ расширили спектр услуг, добавив в него услуги по выдаче справок о начислении платежей, погашении задолженностей, оформлению выписки из домовой книги. МФЦ «Щелково» вообще очень любит пилотные проекты, участвует во всем, что можно. Поэтому начиная от криптокабины для загранпаспортов, заканчивая вот услугами «Мой бизнес». Мы новаторы. Мы открылись своим представительством в офисе сервисной управляющей компании «Жилищник» на Пустовской улице. В планах открыть представительство моего бизнеса здесь. На будущей неделе наши специалисты поедут на обучение уже по данному вопросу. «Мой бизнес» – это новая цифровая платформа для предпринимателей, аналогов которой не было в России. Посетив МФЦ, представители малого и среднего бизнеса получают поддержку на всех этапах развития своего дела. Это 53 услуги. Они утверждены на законодательном уровне, начиная от разработки сайтов, да, заканчивая определенными проработками точечных льгот. Поэтому сложно будет специалистом, но это нужно людям. В МФЦ организована работа ночного окна, через которое за 7 месяцев было обработано порядка 1500 заявлений. На постоянной основе организован прием специалистами управления соцзащиты и центра занятости. Внедрены сервисы, облегчающие получение госуслуг. Работу Щелковского МФЦ оценили на уровне правительства. Центр занял второе место среди 64 МФЦ области. Основное – это мнение заявителей. Уровень удовлетворенности качеством предоставления услуг – 98%. Сбор оценок ведется путем подсчета результатов СМС-голосования и опросов, поступающих по электронной почте, после того, как заявителю будет оказана та или иная государственная услуга. Михаил Налетов, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.